A on nas tak takový byl prijatel, že jako ty čupiala do si. Что скажешь? Нет, ну это понятно просто как. Закон территории, что можно сказать? Это на самом деле батл не за корову, не за что. Нет, понятно, просто некоторые слишком близко к сердцу воспринимают. Восточный менталитет, ничего. Это нормально. Отлично. Голосуем еще раз, предатор все трое. Предатор. В этом кругу, в том году, выходили «Олмос», наверное, вы и знаете, да? Знаете, против кого они выходили? Против механических уродцев! Зеленых, сосущих верховиков. Механические уродцы! И проиграли по той единственной причине, потому что они были группами. Ребята, здесь судят зрители. Это не я, это не техническая зона жюри. Делайте вывод! Делайте вывод о вашем артистизме, делайте вывод о том, как вы влияете на зрителей. Здесь вы танцор не просто друг против друга, но еще для гостей. Вот и вся история. Ну что ж, отдохнем 5 минут и батл между трое и третьим. Победа! Давайте танцевать, Чтобы научились артистизму, всегда и нежности в том числе. Забейте, блядь, холодильник в улице. Приходите, пожалуйста, там все. Я кому просто не в том, кто что они делают. Он думал, что слышали, понимаете? Что мы сделали? Просто, кто сделал это, покажи. Ребята, все на сборы там на улице, за забором термина. Я против. Зачем? Но вы так. Ну, я против, вот так не трогай, все. На своих наезжаю немного. Он был его тронул, я подошел, вот так народ, не народ. Сюда. Народ. Я ничего не буду жарко сказать. Нет, подожди. На все это существует. Я не соотпрос, не буду жарко. Если бы тебя тронули, то я бы не сказал. Турки вам из Москвы, бля. Все, пошли. Давайте. Что ты делаешь? Я не знаю, я не знаю, блядь, что-то кто-то выебнулся, блядь, не понимаю, блядь, сам. Все, давайте, окей, на танцполе, ребята, трое и третий. Все дуэли, все остальное мы решаем позже, 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 позже. Все, друзья, пожалуйста.
пожалуйста, освободите этот стол. Ян, вот там, за кругом. Нет, слышнят, чувак. Ну что такое, Андрей? Что ты устроил? Ну, мы не хотели устраивать тусовку на самом деле. Мы просто разговаривали, говорили друг другу анекдоты, травили, смеялись. Нормально, повеселились. Бля, было жарко. Я тронул за кроссовок, меня руку отстрелили, она болит. Это мы посмотрим. Хочу сказать пару ласковых слов. В данной ситуации они абсолютно не правы. Я думаю, все это выяснили уже давно. Это происходит фанатские матчи. Вот я их смотрел, я позову такой ужас. Фанатов, лихачей. А ты, сука, не снимаешь, пидор. Нет, это надо снимать, понимаешь, то, что ты... Скажет, может, то, что... Ну, как... Короче, нигде такого не происходило. Были драки, но... Ты звезда российского брейк-данса. Ты вышел в финал джема. Ты вышел в финал джема. Хватит гнать. Хватит гнать. Команда Трой репрезент, Костя. Сделай выход. Сделай выход. Я не хочу. Давай сам.